статистика агенттігі өңірлердің рейтингтерін қалыптастыру бойынша жұмыс органы болып табылады және аталған жұмысты Қазақстан Республикасы президентінің 2013 жылғы 11 ақпандағы номер 500 жарлығына сәйкес жүргізуде. Аталған жарлықты жүзеге асыруда статистика агенттігі мен президент әкімшілігімен келісу бойынша рейтингтерді айқындау әдістемесі бекітілді. Рейтингтерді қалыптастырудың дерек көздері ресми статистика мен әкімшілік есепке алу деректері болып табылады. Әртүрлі деңгейдегі әкімдер және мүдделі мемлекеттік органдар рейтингтерді жүргізу үшін уақытылы, толық және дәйекті ақпараттарды ұсынуды қамтамасыз етеді. Рейтинги проводятся по уровню и динамике социально-экономического развития по 47 показателям, по уровню и динамике индустриально-инновационного развития по 15 показателям, а также внутрирегиональный рейтинг по уровню и динамике социально-экономического развития по 23 показателям. В первом квартале текущего года агентством по статистике совместно с администрацией президента была проведена работа по усовершенствованию методики определения ежегодных рейтингов регионов. В частности, в методику были включены ряд новых показателей, а также по причинам неактуальности и несопоставимости были исключены ряд показателей, которые показаны на слайде. Если перейти к итогам рейтинга по уровню социально-экономического развития за 2012 год, то первые три места в рейтинге, как показано на слайде, заняли Атырауская область, город Астана и город Алматы. Последние три места в данном рейтинге заняли Жамбылская, Южно-Казахстанская и Кызылординская области. Надо отметить, что за период с 2010 по 2012 годы рейтинг по уровню социально-экономического развития в областях является практически неизменным. Первые три места и последние три места в рейтинге занимают одни и те же области. Мы провели небольшой анализ, и на слайде показаны факторы их влияния на уровень социально-экономического развития регионов. Были проанализированы показатели регионов, занимающих три первых и три последних места в рейтинге. Анализ показал, что главным фактором, определяющим разницу в показателях регионов, является развитие экономики. На втором месте поступление в бюджет. Значительное место также занимают показатели уровня жизни населения и развития малого и среднего предпринимательства. По показателям преступности, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, ситуация в менее развитых регионах лучше, чем в более развитых. Если посмотреть на рейтинг по динамике социально-экономического развития областей, то ситуация несколько иная. По итогам 2012 года тройку наиболее динамично развивающихся регионов составили Жамбылская, Восточно-Казахстанская и Кызылординская области. Нижние места заняли Кустанайская область, город Астана и город Алматы. Можно отметить, что Жамбылская и Восточно-Казахстанская области занимают первые два места второй год подряд. Мы также проанализировали, за счет чего лидирующие области опережают динамики развития регионы, находящиеся в конце рейтинга. Анализ показывает, что более высокую динамику лидеров главным образом обеспечивают такие факторы, как демографическая ситуация и развитие экономики. В меньшей степени это здравоохранение, состояние борьбы с преступностью, экология и уровень жизни населения. В то же время по факторам образования, занятости, бюджета и развития предпринимательства лидеры рейтинга уступают регионам, развивающимся в целом менее динамично. Кроме того, агентством подведены предварительные итоги рейтингов индустриально-инновационного развития, окончательные результаты по которым будут готовы к 1 августа. Первые места в рейтинге по уровню индустриально-инновационного развития занимают город Астана, Карагандинская и Павлодарская области. Тройку лидеров по динамике индустриально-инновационного развития составили Северо-Казахстанская область, город Астана и Западно-Казахстанская область. По индустриально-инновационному развитию можно отметить значительную дифференциацию по отдельным важным показателям регионов. Например, по показателю производительности труда в обрабатывающей промышленности разница между показателями регионов составляет почти 15 раз, а по уровню инновационной активности почти в 9 раз. В заключение хотелось бы отметить, что в целом по отдельным показателям происходит сокращение разрыва между регионами. Например, это по таким показателям, как доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, ожидаемая продолжительность жизни, обеспеченность компьютерами. В то же время растет разрыв по таким показателям, как производительность труда в обрабатывающей промышленности, уровень активности в области инноваций, объем несырьевого экспорта и объем выпуска обрабатывающей промышленности на душу населения. Для регионов с более низким уровнем социально-экономического развития важными факторами для сокращения разрыва с более развитыми регионами являются это развитие малого-среднего предпринимательства, поступление в бюджет, занятость и образование. Необходимо также отметить, что по итогам рассмотрения результатов рейтингов регионов главой государства поручено правительству совместно с акимами регионов, отраслевыми министерствами, институтами развития рассмотреть результаты рейтинга и принять меры по решению имеющихся проблем. Благодарю за внимание.